да, мне кажется, это будет топовое видео. Строительных компаний «Масштаб». Сегодня не совсем обычный выпуск для нашего канала. Я очень хочу вам рассказать про коттеджный поселок. Он находится в Выборгском районе, в 70 километрах от кольцевой автодороги. Называется «Клеверная бухта». Девелопер данного поселка – наши большие друзья и товарищи, компания «Северная долина», которая очень давно уже себя зарекомендовала как проверенного, надежного девелопера, у которого легко можно найти участок в Ленинградской области в любых локациях и по любому бюджету. Так вот, Клеверная бухта – это очень хороший коттеджный поселок, находящийся на первой линии к Красногвардейскому озеру, который сейчас за моей спиной. Участки есть как в непосредственной близости от воды, так и на небольшом удалении. Есть с большим перепадом высот, чтобы с участка, из дома, с будущего вашего был отличный панорамный вид на озеро, а также есть более пологие, соответственно, более простые к подготовке. Говорю это сам, так как мы строители, и несколько участков здесь мы уже подготовили. Об этом тоже отдельные ролики будут сняты, какие-то отзывы получены, а сейчас именно все-таки о поселке. Всего 47 участков, более 20% уже продано, поэтому обязательно спешите посмотреть и выбрать себе участок, если данная локация вам удобна. Отдельно хочу рассказать про инфраструктуру этого поселка, так как она весьма богата, электричество уже здесь подведено, решается вопрос об общем поселковом водоснабжении, но это явно не 20-е, а там 21-22 год. Дороги асфальтные практически до поворота из поселка Клеверного на уже коттеджный поселок. В самом коттеджном поселке дороги выполнены из асфальтной крошки в отличном состоянии, широкие, чтобы могли разъехаться две машины. Также по всем нормативам выполнены разворотные площадки для техники, в том числе пожарные и любой другой. А природа здесь практически вековой. Смешанный лес, как хвойные деревья, так и лиственные, а также большое количество кустарника и растительности, чтобы вы могли использовать ее в виде живой изгороди или вообще в ландшафте в будущем вашего участка, так называемый нетронутый ландшафт. Еще по инфраструктуре, конечно же, стоит отметить, что здесь ведутся переговоры по подключению к магистральному газу, и на примере других реализованных поселков этого девелопера мы можем смело заверять, что действительно они этот вопрос дожмут и газ сюда подведут рано или поздно. Тоже это вопрос явно ни одного, ни двух месяцев. Также здесь будет оборудовано КПП, что на вашу территорию и, соответственно, к этому пирсу, так уже можно сказать частному, принадлежащему управляющей компании этого поселка, никто посторонний доехать не сможет. А также будет, конечно, благоустроена общественная территория с детской площадкой и какой-то рекреационной зоной. Статус земли в этом коттеджном поселке – это дачное некоммерческое партнерство ДНП. Площади участков, сейчас имеющиеся на продаже, от 9 до 50 соток. Цены я специально не называю, потому что они варьируются от старта продаж, и чем остается меньше участков и чем лучше ее локация, тем девелопер может ее менять как в большую, так и в меньшую сторону. Поэтому цены вы можете посмотреть на официальном сайте девелопера, ссылку я оставлю снизу. Нас вы обязательно можете привлекать как строителей, как подготовки участка, так и строительства и ландшафтных работ на данных участках. Мы будем очень рады вашим заявкам, будем рады также лайкам
колокольчиком, подпискам на наш канал. Если какие-то у вас вопросы по поселку, задавайте, будем отвечать, так как мы здесь становимся частыми гостями и знаем этот участок как по геологии, так и по топосъемке, по перепадам высот и по другим особенностям. Поэтому будем рады вашим вопросам и заявкам на любые строительные работы. Всего доброго!